Еще одна новость с последних минут. Певица Юлия Началова скончалась в Москве в возрасте 38 лет. Об этом сообщила официальный представитель артистки Анна Исаева. В начале недели ряд СМИ сообщили о госпитализации Началовой. Представитель певицы подтвердила эту информацию. Состояние певицы оставалось тяжелым, ее ввели в искусственную кому. Несколько дней назад ей провели операцию. Все это время она находилась в реанимации.